Привет всем, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить игру Sniper Elite 3, миссию Аэродром Пондюфа. Кто смотрел предыдущее видео, тот знает, что вступительный видеоролик этой миссии сулил нам просто грандиозных перестрелок. Ну что ж, не буду затягивать, так что начнем игру. Не мешкайте, смените позицию. Круто, я еще играть не начал, мне уже говорят сменить позицию. Так. Кстати, я заметил, что здесь миссии чередуются. То есть сначала миссия идет днем, потом миссия идет ночью, потом опять днем, потом опять ночью. Круто. Кстати, народу здесь. Тьма тьмущая. Где ты там лазишь? Эй, ладно, тебя отметим. Так. Ладно, пойдемте потихоньку их валить, что ли. Первый претендент. Уйти на покой. Отлично. Так, с вот этими бы быстро как-то разобраться. Кого из них первого? Давай, тебя. Теперь тебя. Все. Так, ну, меня кто-то запалил, непонятно пока кто. Ладно, давайте мы эту штуку раздолбим. Как раз куда-нибудь сюда еще забежим, чтобы сменить позицию. Все чисто, отлично. Так. Еще один товарищ. Че ты сюда идешь? Ну, иди отсюда. Еще одного увидел. Да все норм. Что? Ну что, меня заметил, что ли? Привстань, малёха, чтобы мог тебе в голову попасть. Кто же еще нагнетает обстановку? Ух ты, их там двое, нифига себе. Да что ты орешь? Сейчас я застрелю вообще, чтобы не орал. Не застрелил. Спрятался, ну да. Отлично. Теперь выведем из строя этого козла. Так, короче, я опять запалился. Блин, меня это так бесит. О, в окопах кто-то бегает. Да ты, чудак. Мудак. Так, нужно быстрее вернуться сюда. Как раз их выманил, надеюсь. Теперь отсюда их можно будет хорошо перестрелять.
Не буду уже ждать, надоело. Сейчас сполошу уже всех. Ну, кстати, те никто не услышал. Значит, вообще замечательно. Побежал. Так, теперь я уже по-хорошему сполошил всех. Ну ничего, это мне только на руку. Сейчас мы немножко успокоимся. Ты только не прячься. Да не ходишь ты. Лазит. Что? Ну, знаете, я заметил, что без прицела я стреляю лучше. Вон там еще сверху один козел. Где он? Где они там шмалят? О, вон бежит какой-то. Лови. Кстати, в этот раз лица получились пореалистичнее. Где он? Умри. Отлично. Ой-ой. Ой-ой. Знаете, это мне очень не нравится. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Да умри, что ли. Так, сейчас вылезет. Вылазь. Вылазь, тварь, сказал. Готовы. Еще один остался. Умри, сволочь. Сейчас быстро, аккуратно их всех обыщем. Ничего не найдено. Это плохо, что ничего не найдено. Вот, фугас нашли. Это уже что-то. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Откуда их столько вылезло? Это для меня неожиданность, если честно. И знаете, мне не нравится, что мы появились хрен знает где. Я надеюсь, я успел замаскировать. Нет, я не успел замаскировать. Как меня это бесит. Где ты там бегал, ты, козлина тупая? Умирай ты уже. Ходит тут еще. Давай, Ильчитай, вылазь. Отлично.
броневик ездит. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Воу-воу-воу! Не-не-не, мне такое не надо. Хрена себе тут их. Куда их тут так много? Совсем дурные, что ли? Отлично. Будем их убивать понемножку. Потому что сейчас их, по-моему, приползет опять сюда. Туева хуча. Причем я совершенно не понимаю, откуда они вылазят. О, опять бежит. Куда ты бежишь, дурак? Еще один там где-то бежит. А ты куда? Придурок. Ты сдохни уже. Так, знаете что? Я так понимаю, мне нужно будет сюда спетлять на немножко. Чтобы разрядить обстановку. Давайте пойдем сюда. Кстати, что у нас здесь? Здесь у нас... здесь у нас основная миссия. Не, знаете что, давайте мы сюда потом пойдем. Где-то они вот там на складах орут. Наверное, вот оттуда они и вылазят. Потому что совсем рядом. Ой. Вон, смотрите, сколько их уже. Да умирайте уже. Надоели. Еще там где-то. Ах ты. Да что за козлы вонючие. Где ты там стреляешь? На. Отстрелял уже свое. Стрелок ворошило. Получай. Все, больших нет. Во всяком случае, не должно быть. Так, я так понимаю, мне нужно малеха подлечиться. Совсем не дело. Куда ты бежишь? О, вот это очень плохо. Да вставай ты, убегай отсюда. Непутевый. Ой-ой-ой-ой. Так, нужно вылечиться. Боже, это реально миссия насыщенная.
Это прям капец какой-то. Тут их столько, что вообще. Так, ничего не найдено. Фух. В общем, я понял. Нужно куда-то бежать. Так, двое, двое, трое. Давайте их отметим. Знаете, мне кажется, что тут потом в конце можно будет так все это красиво взорвать. Так. Кстати. Что у нас здесь? У нас здесь снайперская позиция. Знаете что? Я хочу этим воспользоваться. Так. Тут их вон еще. Так, все чисто. Отлично, меня никто не ищет, но... Блин. Я даже не знаю, начинать их отстреливать или подождать и забраться на снайперскую позицию залезть. Дилемма. Что у нас всех сюда тянет-то? Так, ну давайте подождем, пока бронетранспортер проедет. Куда ты идешь? Когда они тут вообще непутево стали все. Этот он наверх полез, что-то это надо. Чего, они все наверх что ли сейчас полезут? Знаете, это будет неплохо. Так, ну бронетранспортер нам не надо. Чего они все бегают от него? Получай. Отлично. Привет. Ну и на тебя последний остался. Выглянь, Гюльштай. Юху. Привет. Супер. Так, давайте теперь залезем наверх. И оттуда вот сверху раздолбаем бронетранспортер. Если это вообще получится. Призрак. А, нет, стойте, нам нужно вывести из строя вот эту ерунду. Или нет? Или она уже не работает? Ух ты! Ну, давай. Эр. Отлично. Так. Разбабахали. Теперь выберем эту штуку. И подождем наш бронетранспортер. Давай, детка. Сейчас все будет. Вабадабум. А чё, все что ли? У нас больше патронов. Ой-ой-ой.
А где наш стен? Я почти пустой. Да нормально. Куча патронов. Так. Где тут? Чего тут? Граната есть? Граната его возьмет, нет? Эй, стоять! Вот козёл. Ух ты! Ух ты, ух ты! Оу! Это как так было? Вот это сальтанул, так сальтанул. Так, я не совсем понял. Эта штука что, не с первого раза? Ух ты! Так, это... Ух ты, наш товарищ едет. Мне надо другое выбрать. Стой! Там, походу, второй приехал. Очень понятно. Нельзя, чтобы нас засекли, да? Ладно. Так. Пулемет. И два типа. Первый. Кстати, стрелял наобум. Еще и так четко попал. Это круто. Для тебя тоже недолго музыка играла. Готово. Патроны кончаются. В смысле? А, мы еще не поменяли. Ладно, сейчас поменяю. Черт. Да ёлки-палки. Ну как такое возможно? Фух. Конченная миссия. Еще не попали. Там взрыв. Ой. Походу я ему попаду сейчас. А, нормально. Да ёлки-палки. Еще стреляют по мне. А где там еще один есть непутевый, да? Не вижу. Так, знаете, идеальным вариантом будет поставить там где-нибудь фугас. Он у меня, кстати, есть? Да. Он у меня есть. Поэтому это будет просто шикарно, если я его поставлю где-нибудь сюда. Отлично. И теперь мы где-нибудь сюда присядем. Или не присядем, а пойдемте дальше. Так, кстати, что у нас там? Там у нас еще одна снайперская позиция, фиг знает где. Знаете что, давайте-ка мы туда сбегаем. Так, там не едет пока этот. Ух ты. А, теперь понятно, откуда они все поприбегали. Мудаки. Кстати, мне ли показалось, или там снайпер? Наверное, мне показалось. О, а ну давайте посмотрим. Бум. Отлично. Причем, что-то как-то он тихо взорвался. А-а-а, ясно. Окей. О, куча патронов, какой-то хрен меня заметил.
живи пока. Так, здесь кто-то есть. Не, ну там по-любому кто-то стрельнул. Так, я пока больше никого не вижу. Хотя действительно, а где второй делся? Если я уничтожу передатчики, они не смогут вызвать подкрепление. Не понял. А как его уничтожать? А, я все уже уничтожил? Так. Где он там лазит-то? Не понял. Я ж только что убил его. Так, фугасов у меня нет, зато у меня есть растяжка и есть граната. Лопата. Дорогие друзья, это глюк или как? Откуда они там появляются? Что за прикол? Я не понимаю этого. Что за прикол? Может, я не раздолбал? Может, его надо раздолбать? О, патроны нашли. Странно. Он сломанный. Чё они сюда опять залазят? Дураки. Так. Получите доступ к комплексу бункеров. То есть это мне нужно аж туда шуровать? Если они сейчас опять там появятся, я вообще буду смеяться. Фу, наконец-то там никто не появился. Отлично. Кто? Где? А, я же говорил, что здесь есть снайпер. Еще второй где-то. О, черт. Бронетранспортер. Ладно. Что? Твою налево. Что-то далеко сильно появился. И мне это не нравится.
Знаете что, давайте, наверное, сейчас опять дойду до бункера. О, отлично. Дойду до бункера, сделаю там все как надо. Умри. О, спалился. Говнюк. Ах ты. Что это за глюк? У меня снайперская винтовка тут что ли не достреливает или что? А как он тогда достреливает? О! Взяло. Правильно, нечего тут стрелять. Так, собрали, собрали. Собрали. Так, ну. Я здесь никого не вижу. Если я уничтожу передатчики, они не смогут вызвать подкрепление. Получай. Окей, так его убрал. Готов. Ну, знаете что, давайте на этом я сохраню игру. Да, сохраню. И продолжение вы увидите уже в следующей серии. Что ж, на этом я заканчиваю видео. До скорых встреч, пока.